Они собираются голодать. По-другому не могут. Так работники государственных социальных центров опеки описывают их протестную акцию, которая пройдет 28 сентября. 8 часов они будут трудиться, но не будут есть, чтобы правительство наконец выделило средства на повышение зарплат. Ведь сейчас каждый пятый специалист по уходу в государственном центре опеки получает минимальную зарплату. В теме разбиралась Анастасия Дьяконова. Поднять коляску наверх – дело нелегкое. Особенно, если пандус скользкий. Особенно, если клиентов у тебя несколько. А потом еще покормить, умыть, поиграть, уложить спать. Практически стать второй мамой, даже для уже взрослых людей. Такова задача работника по социальному уходу. Тяжело и эмоционально, и физически. И здесь один человек не может ничего. Это, ну, работа команды. И работа команды в таком смысле, как начиная с человека, который убирает помещение, до директора. Да. Аня-то одна из тех, кто будет принимать участие в голодовке. Присоединятся к ней не только специалисты по социальному уходу, но и другие работники государственных центров опеки. В Риге этих работников более 1000, в стране почти 3. И каждый пятый получает минималку – 430 евро до уплаты налогов. На руки – это менее 350 евро. Работники делятся, приходится брать кредиты. Как на покупку, например, стиральной машины, так и на лечение. Страховка хоть и есть, но не покрывает всех расходов. Здесь, в филиале ТЕЙКа Рижского социального центра по опеке, протестовать собираются все работники. Они рассказали нам о неравенстве, которое создается между теми, кто ухаживает за детьми и уже взрослыми людьми. Первые получают больше. Своей протестной акцией работники надеются раскачать ситуацию в правительстве и получить, наконец-таки, достойную оплату труда. Я вообще считаю, что люди, которые работают эту работу, ну, меньше как 600 евро на руки, это было бы только нормально. Но сейчас у нас нету даже 500 и не 450. Из-за маленьких зарплат в центрах соцопеки текучка кадров. Только в августе в столице по разным причинам ушли 25 работников. Есть клиенты и дети, у которых легко принять новых сотрудников, но есть дети и клиенты, у которых это очень тяжело и проходит очень долгое время, пока они принимают этого нового сотрудника. Даже объявляя акцию протеста, работники центров социальной опеки не забывают о своих клиентах, тех, кто не может о себе позаботиться. Отсюда и решение объявить 8-часовую голодовку. Они работают суточную работу, то есть они все время на работе, и поэтому они не могут оставить ни детей, ни взрослых людей, которые разными, ну, болезнями, они не могут их оставить без присмотра. И поэтому это единственный способ, как мы можем выразить протест. Точное число участников акции пока неизвестно. Зато ответственному Министерству благосостояния известна минимальная сумма для повышения зарплат работников в следующем году – 6 миллионов 400 тысяч евро. Этих средств хватило бы на увеличение заработной платы до 10%. Уже с 2014 года мы регулярно направляли бюджетные запросы для повышения зарплат работникам социальных центров опеки. Но, к сожалению, в контексте общих приоритетов бюджета эти предложения не получили поддержку. Вопрос с неравенством доплат для работников центров соцопеки, где ухаживают за детьми и взрослыми, пока решать не будут. Нет планов, нет материальной возможности. Однако в итоге вопрос зарплат все равно достанется уже новому созыву Сейма и новому правительству. Уходящее правительство подготовит все макроэкономические показатели, все поданные министерствами предложения, все, чтобы новое правительство могло сразу перейти к обсуждению содержания и утвердить бюджет следующего года как можно быстрее. Напомню, запросы министерств на будущий год превысили 1 миллиард евро. И что окажется в приоритете, решит новый парламент. Скорее всего, ближе к концу ноября. Анастасия Дьяконова, Лаурис Дундурс, Латвийское телевидение.